стереофонический усилитель мощности Pyro Prisma 350 способен эффективно работать с самыми сложными акустическими системами и может использоваться как в высококлассных двухканальных комплектах, так и в составе домашнего кинотеатра. В основе конструкции усилителя Pyro Prisma 350 массивный заказной тороидальный трансформатор, обмотки которого выполнены проводом большого сечения для снижения потерь энергии. Трансформатор имеет специальный экран, защищающий чувствительные аудиоцепи от электромагнитных помех. Биполярные транзисторы в усилителе работают в классе А, что позволяет избежать появления переходных искажений и значительно снизить уровень гармоник. Полевые MOSFET-транзисторы, установленные в выходных каскадах, рассчитаны на значительный рабочий ток. Они работают в классе А на первых 10 Вт мощности, а затем переходят в режим АБ. Однако специальная схемотехника усилителя Pyro Prisma позволяет и в этом случае сделать переходные искажения практически неслышимыми. Еще одним преимуществом MOSFET-транзисторов является их способность работать при полном напряжении источника питания, обеспечивая наиболее эффективное использование его энергии. Pyro Prisma 350 имеет балансные и небалансные входы, разъемы для подключения двух пар АС, вход и выход 5-вольтового управляющего триггера. Заземление в усилителе выполнено по схеме «звезда», гарантирующей минимальный уровень шумов и перекрестных помех между различными функциональными узлами. Аппарат собран в солидном металлическом корпусе на антирезонансном шасси и отличается очень высоким качеством изготовления и отделки.